Привет! Последний день рыбалки во Флориде. Приехал на Sebastian Inlet. Один из знаменитых таких inlets, где ловят рыбу. Буду ловить вот тут fishing pier. Правда, там народу, я смотрю, полно. Течение такое серьезнейшее. Буду пробовать на шримпов. Ребята, купил живых шримпов. Что-то тащит. Что-то словили. Словил. Прилив, отлив, не знаю, но судя по тому, как птицы играют, вон, тут должна быть рыба. Тут должна быть рыба. Ребята, на течение, я этого не люблю. Одни обрывы могут быть. Пляж. Сегодня 85. Температура новогодняя такая. Что? Уеду завтра рано утром, чтобы успеть на Новый год домой. Живые у нас есть шримпы. Опа. Цепляем на крючочек. Оп. И первый пошел. Я вниз заброшу, Дэнил. Ты будешь здесь. На. Первая ушла штука. Держи. Ну что, первая рыба, мэн. Данила словил какого-то монстра. Что это? Я не знаю, что это. Ooh, it looks like it's pregnant. Видишь, какая... А, я думаю, это hogfish. Я? Ну, кул? Yeah, I finally caught a fish. Yes. Дюд, молодец. Так, ну давай, Данила ушел от нуля. Видишь, they pretend like they die as soon as they come out. Давай, вниз просто. Окей, okay. Давай. Попробую на такой вот бутерброд. Если тут есть лишний, может что-нибудь и получится. Правда, в таком бурле я сомневаюсь. Вот что я не люблю, так это, блин, обрывы. Делаешь. Нет. Три раза бросил и повис. Сука. Херит, мэн, херит. Я оборвал. Бля. Найс. Хорошая рыба. Видишь, как? Ребята, ловить просто так, стоять, ждать, тем более там
да, опять навязал тот же сетап, бородочка блестящая, блестяшка. Сейчас попробую найти, где побросать ее. Тут вот low tide. Провалиться бы где-нибудь. А, ну вот. Сейчас где-нибудь с родимых камней побросаю немного. Глядишь, какого-то дурака и возьмем. Опа. Опа. Ух ты. Ух ты. О. Yes. Yes. Я, ребята, поговорил тут с местными рыбаками. Сейчас просто отлив. Ну да, действительно. Отлив, причем такой агрессивный. Но со стороны пляжа, ни с этой, ни с инлета, ловят блюз, макрел. То есть, в принципе, на мой сетап что-то должно быть. Если сейчас найду там спад где-нибудь, что там катаются на серфах, то есть мне надо где-то там сейчас вклиниться, попробовать. Ну хорошо, попытаемся. Я там уже был, и там столько удочек, конечно, не влезешь, тем более если блеснить. Crazy. Взяли. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Кто это? Do you know what kind of fish it is? No? It's not a spotted trout. Ooh! No, no. It's a whiting. It's a good eating. God damn it. Зацепился. Oops. Окей, народ, сегодня без рыбы не остались.
Hey guys, you want a fish? Yeah? Alright, yeah. Do you know what kind of this? Yes, whitey. Whitey? Yeah. Oh, alright. Thank you. No problem. От нуля ушли сегодня. Так, что будет? Тут сейчас вот словили, я смотрел на живого шимпа, у меня живых нету. В проводочку ходят. Таких пару редфиш взяли. Паундов по 20. Траут? Что-то лупанули тут. А, Джека. Неплохого. Слишком часто тут народ ловит. Перешел я на протяжечку. Come on. Чаечка, блин. Ты посмотри. И сожрала тварь. Хорошего джека. Опять джек, да? Это хороший джек. Очень хороший. Найс. Ладно, давайте пробовать. Шимпа у них все время долбит. Yes, yes, ребята. И на такого тоже. Yes. Фишон. Ух. Джек и хороший. Хороший джек. Ух. Ух. Oops. Yeah. Got Jack. All you gotta do is walk that dog, right? Yes. Хороший Jack, let him get bigger. How far? Yeah. You see, посмотри. Oh my god. Oh, nice ground. Ground fish, yeah. That's ground. And huge one. Huge one. Oh man. That's awesome. No, keep it, but you want. Yeah. Yeah. Oh, oops, sorry, man. I got it. Снукер. Вау. Посмотри. Ты посмотри, ребята, сколько рыбы разной я вижу.
Snooker, nice one, nice one. Чувак лупанул. Ох ты, посмотри. Джек. Джека взял. Snook? Yeah, probably. Oh, yeah. Bring him out of the box. Let him run. Hey, that's a snook, right, Mark? Oh, yes. Oh, thank you, man. Yeah. Amen. Buckle over here in the Lord's work. Buckle over here. You want this? No, you can't keep it. Ah, can keep it? Yeah. That one's not gonna come back, yeah. February 1st to June something. Man, can you make a picture of me? Yeah. Yeah? I'll hug you. Really quick. Wow. Hey, grab it real quick. Get it real quick. Yeah, hold on 1 second. Yeah. Yep. Yep. Let's do it. Просто взапить. Ловят. Джеков закид просто, народ. Кирач. Конечно, на живого лучше ловить. Got another one, man. What awesome place. Hey, fish on, guys. Another snook, you think? Yeah. Oh no, it's a drummer. Oh, drum fish, man. Yeah, huge. What? Bar. Going left.
Oh, it's off, man. It's off. You lost it? Yeah. What the? What the heck? Jesus. It's okay. It's should okay. Use my net. No, it's. Yo, it's not this. Yo, big man. Huh? You should have came down here earlier. I know. He I know. He was banging on that. Yeah. Right. Sorry. Thank you. Brown fish. Wow. Вот это рыбалка. Жалко, не сфотографировал бы. Вау. Закончился мой трип в Филадельфию. Во Флориду, по Филадельфии. В Филадельфию я буду ехать сегодня. Awesome был последний день сумасшествия. Или, наверное, за час до конца прилива, отлива, то есть. Просто было crazy, сумасшествие. Все ловили любую рыбу. Drumfish, snooker, джеков миллион, я видел, словили. Redfish. В общем, было очень и очень. Я словил джека, словил drumfish. Правда, я не смог его достать, отцепился прямо под этим. Снукер. Вау. В общем, было очень качественно, ребята. Качественно. Всех с Новым годом. Думаю, это мое последнее видео в этом году. Всего хорошего. Хорошей рыбалки. Здоровья. Ну и главное, путешествуйте. Это интересно.